Этнофестиваль «Дзялпу» провели в Магадане в районе вертолетной площадки. Начался праздник с ритуала кормления огня. Этот обряд традиционно проводят перед каким-то важным событием, чтобы получить благословение духов. Просят у родной земли благополучия, удачи и мира. Дзялпу можно перевести как «встреча друзей» или «братство». Для гостей приготовили множество интересных площадок. Это и выставка украшений народов Северо-Востока, и концертная программа, и северное многоборье. Поприветствовал магаданцев мэр областного центра. Сегодня здесь, на нашей замечательной поляне, мы встретимся с культурой коренных малочисленных народов Севера, которые тысячелетиями проживали на той земле, на которую мы вступили 90 лет назад и начали осваивать нашу замечательную Колыму. Мы попробуем их еду, поучаствуем в традиционных соревнованиях. Свои номера представили танцевальные и музыкальные коллективы. Участники фестиваля отмечают, что такие праздники помогают сохранять культуру народов Северо-Востока. Очень приятно, что на этот праздник приехали районы Северо-Ивенский, Амсукчанский, Среднеканский. Это самые отдаленные районы, и мы бесконечно рады. Сохранять культуру, конечно, важно, потому что это неотъемлемая часть нашего региона. Это люди, которые здесь испокон веков живут. Это Россия, пойдем, если взять высоко и широко. Это наша страна, наша родина. Мы здесь родились. Мы живем, как говорится, мы патриоты своего государства, своего отечества. И наше поколение, растущее поколение, должно знать свои корни, истоки, должны знать свои традиции всех народов, населяющих территорию Российской Федерации и вообще России в целом. Фестиваль организовали совместно с общественной организацией малочисленных народов и этнических групп Севера. Социальным партнером выступил Полиметалл. Гостей угощали традиционной кухней народов Северо-Востока, а также горячим чаем. Им удалось проникнуться атмосферой. Очень хорошее впечатление. Я тем более в гостях здесь, мне очень нравится. Я же второй раз попадаю на такой праздник. Потрясающе. Все нравится? Все, конечно. Все, Родион, иди к папе. Хорошее впечатление. Хорошо, весело. Нет праздника. Как тебе? Мне нравится этот праздник. Интересно? Да. Получается культуру прочувствовать? Вы чувствуете? Сегодня было все шикарно, отлично. Мне даже очень понравилось. Мои собаки тоже. Получи приз. Ну, хорошо выступили. Очень много собак, людей. Сейчас должны быть ездовые сани. Ну, все очень нравится. Дети довольны. Столько собак, столько эмоций. Все красиво, хорошо.